Здравствуйте! Сегодня, 23 февраля 2021 года, в 12 часов дня, на 135-м километре автодороги Новосибирск-Томск, в Болотнинском районе Новосибирской области, произошло серьезное ДТП. Столкнулись попутные автомобили кроссовер Toyota RAV4, легковой автомобиль Kia Rio и встречный большегруз с полуприцепом Scania. Один человек, от травм несовместимых с жизнью, скончался на месте происшествия. Информация о пострадавших пока не уточняется. Столкновение произошло недалеко от города Болотное. По информации регионального УМВД по Новосибирской области, 24-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь со стороны Кемерово в направлении Новосибирска, по неустановленным причинам совершил столкновение с попутным автомобилем Kia Rio. После столкновения Toyota развернула и выкинула на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем Scania с полуприцепом. От удара с большегрузным автомобилем Toyota разделилась на две части. Одна из ее частей вылетела за пределы автодороги в кювет. Ее водитель получил травмы, от которых скончался на месте ДТП. Все автомобили получили серьезные повреждения. По проезжей части разбросаны обломки от автомобилей. Информация о пострадавших на данный момент уточняется. Сотрудники ГИБДД проводят необходимую проверку. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 22 февраля 2021 года на российских автодорогах зарегистрировано 194 случая ДТП. В них погибли 11 человек. Различные травмы получили 259. 23 из них – дети. Сотрудники ГИБДД рекомендуют всем автомобилистам при выезде на загородные автодороги быть крайне внимательными и осторожными ко всем участникам дорожного движения, соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, не совершать обгон попутных автомобилей, не убедившись в его безопасности, не создавать аварийных ситуаций, скоростной режим выбирать исходя из метеорологических условий, в плохую погоду старайтесь воздерживаться от дальних поездок, не забывайте, что от вас зависит не только ваша жизнь, но и жизнь всех участников дорожного движения. Не забывайте старую и мудрую пословицу: «Тише едешь, дальше будешь». Подписывайтесь на канал, берегите себя. Всем удачи и добра!